101, 102, 103. С этими цифрами у жителей города над Бугом сейчас будут ассоциироваться не только номера экстренных служб. Новая нумерация на троллейбусах появилась не случайно. Планируемое поступление троллейбусов на автономном ходу внешне будут схожи с автобусами. И чтобы у пассажиров не было ассоциации, путаницы в плане автобус это или троллейбус. Скоро в городе планируется и поступление нового транспорта – троллейбусов на автономном ходу. Этот маршрут свяжет областную больницу и Юго-Запад-1. Троллейбусы на автономном ходу, которые могут без контактной линии двигаться по маршруту. И он будет следовать из областной больницы по улице Московской, Машерова, Зубачева, Варшавское шоссе, Махновича, Мытная, Грибоедова и дальше поехал по маршруту. Таким образом мы будем улучшать транспортное обслуживание нового микрорайона. Ранее на остановочных пунктах общественного транспорта появилось новое расписание движения троллейбусов.